Накануне на Юргане прямую линию провел руководитель администрации Печорского района Валерий Серов. В студии речь шла о переселении с аварийного жилья, капремонте домов, благоустройстве дворовых территорий. Но наиболее волнующая проблема для жителей района – неудовлетворительное качество водоснабжения. Последнюю волну сигналов ЦУРа зафиксировал в конце июня. Люди жаловались на цвет и неприятный запах, делились в соцсетях фотографиями мутной воды. Одна из основных причин неудовлетворительного качества воды в Печоре – это, наверное, все-таки то, что вся система водоснабжения формировалась из ведомственных участков. Военные строили так, как они считали нужным, железнодорожники так, как они считали нужным. Сейчас мы все это пытаемся эксплуатировать в рамках тех санпинов и ГОСТов, которые сейчас есть. На прямой линии Валерий Серов ответил на вопросы, касающиеся бродячих собак, мер поддержки для предпринимателей и привлечения кадров. В Печоре не хватает врачей и учителей. Район ведет активную работу с учебными заведениями, региональными и федеральными. В администрации даже утвердили муниципальную программу. Здесь готовы заключать контракты по целевому направлению. Кроме этого, в этом году мы внесли изменения в порядок предоставления служебного жилья. И с этого года мы предоставляем служебное жилье как учителям, так и врачам, которые они смогут приватизировать после 10 лет работы в нашем городе.